Здорово, подписатая. Сегодня будем жрать блин бери. Ну, блины от блин бери. Компания блин бери. Вот в таких вот упаковочках. Я уже как-то делал, я подсказку оставлю вот здесь. Я как-то на стриме хавал их. Но там были другие. Там было лазанья, охотничьи и сладкие какие-то. А еще какой-то цезарь, который мне не понравился. Очень понравился лазанья. Кстати, сейчас сын уже ел лазанью. Он уже второй раз его говорит, мне кроме лазаньи вообще ничего не надо. А у меня сегодня новые будут. Один с шашлыком, блин, с шашлыком. Второй, блин, сытный. Уже я ел сытный, хавал, нормальная тема и цена и качество. То есть он не больше сотки стоит, рублей, я не помню точно, сколько он стоит. Сытный 87 ре, но за 87 ре здесь две котлеты с пюре лежит. Прикиньте, тема какая. А здесь с шашлыком, здесь подороже 118. Ну, короче, лазанья самая пиздатая. Я ее, понятно, что не обозреваю, потому что я ее уже ел. Надо что-то новое. Женечка всегда новое что-то ест. Ну, давайте. Что сначала вам? Давайте сытный покажу изнутри. Вот такой вот. Видите? Пюрешка, котлетка. Котлета такая прям норм. Еще у нас будет со сгущенкой, я пока не открываю, со сгущенкой на десертик. В общем, сытный, вообще я не знаю почему, но он мне прям зашел. Я не знаю почему, не сказали, что прям, я просто прикидываю, что такое 87 рублей. А у тебя в блине две котлетки. Прикинь? Очень мне зашло. Сейчас заценим шашлыком. Не сказать, что котлеты прям топовые, но и не позорные. Понятно? Не, ну... Давайте продегустируем. Не знаю, что там за шашлык. Наверное, вареный какой-нибудь. С томатом даже. Прикинь, с кетчупом, с луком даже. Блин, с шашлыком. С укропом даже, смотри. На любителя. Второй раз я такой не куплю. Еще и помидор засунули, что ли? А где мясо? Че мяса мало так? Где мясо? Острый. Мне кажется,
неудачное сочетание. Вот котлета с пюрешкой мне зашла. Даже что-то его доедать не хочу. Просто в разрезе хочу показать вам. Что это такое, блядь? Да. Неудачный, блин. Неудачный. Но опять же, на любителя, блядь. Тоже мясо, конечно, ему далеко до шашлыка, а? Сын уже лазанью второй раз ел. Говорит, мне кроме лазаньи вообще ничего не надо больше. Шашлык не рекомендую. Короче, на весь блин всего 2 куска или 3. Мясо. Вообще, короче, ни о чем. Но я и не ожидал какого-то невъебенного вкуса. Ну давайте теперь блинчик со сгущеночкой и с орешками. Они что, плюс в таких упаковочках подписаны. Вот так как конвертик открывается, если не доел, можно убрать, запаковать обратно. Ладно, вкусно, давай. Опачки. Ну что тут? Где тут у меня сгущенка и орешки? А? Вот так вот. Вкуснее, чем шашлыком. Но менее вкуснее, чем с лазаньей. На разок. На разок больше я такое не ем. Я не знаю почему, мне почему-то нравится с охотничьими сосисками. Ему не нравится. Ему с лазаньем зато зашло. Ладно. Орешки начали чувствоваться. Напишите, что бы вы хотели следующую доставку. Из 3 даю выбор вам. Либо Макдональдс, либо жар-пицца, либо вот такая курочка-гриль. Курочка-гриль, которую сегодня вечером, например, с сыном буду кушать. С Дошиком. Либо курочка-гриль, то есть 3 вещи. Либо гриль, либо Макдак, либо жар-пицца. Всем пока, всем добра.